Так, всем доброго времени суток, и сегодня у нас будет небольшой обзорчик спортивного фитнес-приложения «Твой тренер». Очень хорошее и удобное приложение. Вот такая у нас главная пока. Разработчик еще, конечно же, я думаю, в будущем доведет физиономию, значит, приложения до такого нормального состояния, красивого. Вот, ну пока оно будет выглядеть так, потому что человек сам ним занимается, то есть нету там сторонних разработчиков и так далее. Все своими усилиями, что, конечно же, очень даже похвально. Приложение у нас простое, так выглядит у нас главное. Это у нас настроечки, размер шрифта можно выставлять. Маленький, средний, большой, закрепить меню вверху экрана можно. Сохранение ваших данных, тут мы почту, значит, пароль, все вводим, сохраняем. И здесь заходим на что самое такое, значит, главное. У нас здесь есть калькуляторы всевозможные, индивидуальный подбор комплекса. Можно онлайн себе составить подбор упражнений, вот программу. Есть калькулятор расхода калорий, счетчик потребления калорий. Определение количества подкожного жира, определение мышечной массы, подсчет энергозатрат за тренировку, определение уровня силовой подготовки. В общем, и здесь целое множество. Аж целых 19 штук. Даже можно подсчитать, сколько гейнера в день употреблять или сколько протеина. Зайдем к примеру, вот сюда, индивидуальный подбор комплекса. И здесь мы видим список вот такой вот, который нам нужно заполнить. Здесь мы заполняем наш пол, к примеру, мужчина, возрастом. Так, вес наш выставляем. Рост. Так, стаж тренировок. Новичок пусть будет, да? Допустим, новичок. Здесь и другие есть параметры. Тренируюсь очень долго, тренируюсь долго, но был перерыв. Вот такие вот у нас параметры. Так, уровень физической активности. Минимальный, сидящий, средний, много хожу. Уровень физической активности, это спрашиваю здесь, какой у вас физический уровень физической активности в повседневной жизни, то есть вы там тренируетесь, допустим, или много по работе ходите, и вообще не ходите, целый день сидите, работаете за компьютером, вот, или много гуляете, прогулки, пробежки, еще это, в общем, сами разбирайтесь, какая у вас там активность. Здесь минимальная активность, сидячая работа у нас, средняя, много хожу, езжу, повышенный в основном физический труд, это если вы там работаете физически, грузчика там еще кем-нибудь, высокий, тяжелый физический труд на заводах и так далее. Так, предельный, тружусь, вагоны гружу целые сутки, здесь у нас есть такой параметр, да, ну мы так, минимальная сидячая работа. Так, что у нас там? Да, общая физическая подготовка. Хорошо. Никогда не занимался или не занималась спортом. Желаемая сложность тренировок у нас здесь. Тренировки средней тяжести, тренировки полегче, тренировки потяжелее. Выберем полегче. Цель тренировок у нас, допустим, рельеф без изменения веса. Тип тренировок у нас есть только силовые. Силовые плюс кардио раздельно, силовые плюс кардио комбинированы. Ну, мы выберем просто силовые. Телосложение у нас, значит, среднее. Давление у нас нормально. И нажимаем вот эту вот кнопочку «Получить комплекс». Вы не указали количество тренировок. Ага. Так, желаемое количество тренировок. Окей. Можно выбрать 2 тренировки, 3 тренировки или 4 тренировки в неделю. Ну, выберем 3. «Получить комплекс». Нажали кнопочку и переходим вниз, и видим, что здесь написано «Ваш комплекс упражнений». Первая тренировка вот отмечена зеленой, вот упражнения пошли уже. Для первой тренировки, вторая тренировка и третья тренировка. Здесь внизу мы можем добавить в свой дневник эту программу тренировок. Введите название тренировок, то есть называйте ее там как вам нравится и, в общем-то, сохраняйте. Есть у нас еще подбор, допустим, калькулятор нам рекомендует другие похожие планы с сайта. Например, да, вот у нас комплекс упражнений, суперсетов для мужчин, мужская программа похудения для новичков. Он нам соответствующие программы подбирает.
Вот, если она вам какая-то из этих подходит, можете тренироваться по ней. Рекомендации по нагрузке у нас здесь есть. Советуют нам, сколько отдыхать и в какие дни тренироваться. Рекомендации по питанию. И здесь у нас нам уже как бы готово. Как видите, меню нету, но калькулятор нам уже выдал калорийность нашего рациона. Вот. Ваш среднесуточный расход энергии составляет 2138 килокалорий. Чтобы ваш вес держался на данном уровне, потребляйте ну, такое же количество. Итак, это мы должны кушать сутки. 2138 калорий. Здесь у нас показано, сколько белков мы должны съедать. Да? 112, 43 жиров и углеводов 313 граммов. Здесь у нас особые рекомендации даются. Подходящее спортивное питание нам уже рекомендуют. L-карнитин. Это нам подходит, потому что L-карнитин помогает усваиваться белкам. Соответственно, выносливость повышается, мышечная ткань строится. Все, в общем-то, замечательно. И жир у нас горит. Так, протеин без жира и углеводов. Здесь у нас чистый протеин нам предлагает. 90% белка, 84 и 86. Еще можно добавить БЦА. Ну, это как по желанию, скажем так. Так, что там у нас дальше? Посмотрим. Так, дальше у нас уже есть, кроме калькуляторов, тренировки. Это готовые тренировки. Здесь мы уже можем выбрать готовую программу, которая нам понравится, допустим, для мужчин в зале. Заходим и видим еще параметры такой на похудение, на рельеф, на силу и массу. И заходим нам, допустим, на рельеф. И тут нам уже вот показывает готовые программы. Здесь они сортированы, как видите. Две тренировки в неделю, три тренировки в неделю. Потом 4 и 5 тренировок в неделю. Так, выходим отсюда. Потом есть также тренировки дома, как видите. Домашние тренировки тоже здесь на силу, массу, рельеф и похудение. И есть еще тренировки по фейсбилдингу. Тренировка морды лица. Ну, это, в общем, то же самое, что и тренировка тела, только физиономию свою тренируете, там какие-то там вещи исправляете и так далее. Ну, в общем, я в эту тему как бы не вникаю, потому что этим особо не страдаю. Вот, здесь у нас упражнение для морды лица. Тренировка шеи, мышц носа и ушей. Короче, это такая какая-то специфическая область, с которой я мало знаком, поэтому не будем сюда заходить. Так, упражнения, и здесь у нас отдельные упражнения выведены, как видите. Спина и шея, ягодицы, пресс, косые плечи, руки, грудь, ноги. Гибридные упражнения. Это гибридные упражнения, это когда совмещают одну, ну, то есть два или три упражнения в одном упражнении. Это называется гибридное. Так, по тяжелой атлетике у нас, ну и как всегда, тут для морды лица внизу поставили. Угол молодости, черпак, прямой черпак с поворотом. Вот елки-палки. Так, заходим. Здесь у нас в плечах, допустим, да? Вот заходим, передняя дельта, средняя дельта и задняя дельта. И здесь вот так вот смотрим. Здесь у нас упражнения написаны, какие делать на переднюю дельту. Вот здесь 11 штук. Можно даже перейти на упражнение, и мы здесь видим видео от автора. Это видео, кстати, запускается в этом самом офлайн режиме, то есть можно даже запускать его без интернета. Это гифка, она весит немного и подгружается уже с приложением, то есть она уже устанавливается к вам на телефон. Видео, конечно же, из интернета YouTube, оно более длинное, и поэтому если у вас нет интернета, оно загружаться не будет. А это уже здесь. Собственно, здесь все видно и понятно, как что делать. Очень замечательно сделано. Хорошо и удобно. И, кстати, для информации к сведению, что видео, вот эти вот гифки, они не воспроизводятся на версии Android, на четвертой версии. На всех последующих версиях она воспроизводится. Ну, вот почему-то вот так вот Google решил, что мы не будем воспроизводить на четвертой версии Android Windows. Это уже, к сожалению, от Гугла зависит и не от нас. Так, дальше. Что-то. Это я совсем уже вышел отсюда, да? Так, это мы смотрели упражнения.
Сейчас посмотрим. У нас здесь есть уже готовые диеты для женщин, для мужчин. Похудение, поддержание веса, набор мышечной массы. Заходим в рельеф. И тут мы видим уже готовые для нас диеты. Заходим, к примеру, диету для похудения. Во вкладочке диеты, как мы видим, у нас уже здесь готовая диета есть. Вот здесь у нас завтрак, первый перекус, обед у нас, второй перекус, ужин. Здесь уже блюда все готовые. Осталось только, как видите, подобрать, сколько нам грамм всего есть, потому что здесь, как видите, не написано. Что нужно сделать? Нужно нажать на вот эту кнопочку «Подобрать порции». Здесь выставляем, значит, там свой возраст, 26 лет. Там вес у нас 67, уровень физической активности, повышенный восстановительский труд, количество тренировок, 3 тренировки в неделю. И посчитать. И вот у нас калькулятор выдал нам данные. Сколько нам калорий в сутки есть, белки 121, жиры 67, углеводы 191. И вот он уже, как видите, красным появились циферки напротив, внизу каждого, значит, приема пищи. Сколько грамм нам всего есть, все это в готовом виде. Варим, парим, жарим, готовим и употребляем. Вот так вот это выглядит. Так, что там дальше у нас? Как видите, все довольно просто. И есть статьи полезные для нас. Методики тренировок, натуральное питание, спортивное питание, йога, прочие полезные страницы у нас здесь есть. Так, что тут еще? Ну, здесь все так по вашему желанию, как хотите. Вот. Собственно, вот такое вот у нас приложение. Здесь можно сверху перескакивать, где мы уже были. Вверх, там, туда-сюда. Вот. Ничего сложного в приложении нет. Оно довольно простое в управлении. И, собственно, очень даже полезное. Так что обязательно скачивайте это упражнение, устанавливайте и тренируйтесь. Потому что программы все здесь бесплатные. Диеты тоже бесплатные. Все это, в общем-то, замечательно и очень полезно. Вот такое вот у нас фитнес-приложение. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии под видео, что там еще может снять, если у кого какие рекомендации, обязательно сниму. Так что всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал. Всем пока!